Всем привет, я Snoop Games. Сегодня мы будем играть игрушку под названием Story Mode. Давайте посмотрим эту историю. В конце концов, Орден Камня одержал победу, и дракон был повержен. История завершения завершилась, и они ушли, чтобы остаться. Жить в легендах. Так, давайте я сейчас бандикам уберу. Потому что я снимаю не через бандикам. Но там, где кончается одна история, начинается другая. Кем бы починила сражаться с той сотней размером с курицу или с десятком куриц размером зомби? Что? Значит, так я поставила на крышу дачу. Угу. И если я сделала правильно, эти лампы включаются. Мне не хотел вставать эту трубу на одного, пока мы... Серьезно? Что за вопрос, разумеется? Ладно, я не говорю, что его нужно брать, не говорю, что тебе кажется, но это несколько странно повсюду искать его с собой. Зачем ему Сэмс? Рупина лучше двух. Да. Мне казалось, что это твой нужен. Это можно... А, я не успеваю. Рада, что он с нами. Просто не хочется давать людям один... Какое тело, что не думаю? Знаю, просто это не там болит. Говорил, что это не... Ты не достанешь Оливии, это поддержка болит. Хорошо, ладно, хорошо. О, нет. Бум. Рупин упал. Ну, вы девчата, просто такие. Ты что с тобой? Смешно, Аксель. У нас тут должны быть пугать. Принес ракеты, Лежик? А как же? Я даже кое-что... Я готов, жду вас на рад. Думаю, на пункте он очень много, ты его не пустил. Одевать костюм на секунду небезопасно, но еще опасно пытаться его снять. Так, давайте посмотрим, что у нас в сундуке. Посмотрим, что у нас там. Так. Давайте. Give me a dragon roar, Ruben. Так, ну давайте посмотрим, что там с стыком. Так, ну все. Могу со мной, почему бы нет? Давай. Ага, сэр, погнали. Так.
guess that this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior and Freak himself. Well, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Man, we have to really try to win this year. Definitely. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition. We never win. Так, так, так. Никогда, мы никогда не побеждаем об этом, тем более. We're going to win because... What are you talking about? Because up to now, we've hated losing. Фантастические дня мы не будем проигрывать. Но сегодня, друзья мои, сегодня мы будем учиться любить. Побеждать. На словах у меня получится не гладко, так и в голове. Нет, нет, я с этим согласен. Хорошо. Подождите, 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 мы неправильно мыслим насчет... Смысл с этим конкурсом не в том, чтобы... Ладно, пусть они там разговаривают, я пока... Если вам нравится моя рубрика «Story Mode прохождения», то обязательно пишите комментарии, и я буду продолжать вплоть до самого конца истории снимать. Так. Что? Так, давайте раздобудем. А мы хорошо подготовимся, мы можем проиграть, не можем, за дело. Начало 3, будь готов. Нет, лучше всегда готов. Нет, это то же самое. Ладно, поехали, проехали. Начало 3, все-таки один. Все как один. Готовимся. Так. Так, я так понял, Нифига себе. Офигенно, ребята. Офигенная игра. Мне очень нравится. Been to the Nether. The Nether cares. Okay, Nether Maniac.
Вот этот вот вроде не смеется так-то. Но, по-моему, он, мне кажется, наш друг будет в будущем. Так. Тут как посмели аксолоты тупые. Мы волки, блин. Петра. Us.
смотри. Понятно, что они пришли со мной, чтобы помочь. Не насмехаться же, но там они пришли. А, давайте закончим серию на том, что мы найдем Рубина и все. Рубин, давай ты прилетишь. Давайте. Мне кажется, надо идти туда. Опа! Рубин, are you in there? Господи, боже мой. Петух тупой, блин, напугал меня. Давайте пойдем в пещеру. Давай, скажите, что он там. Мы закончим эту 20-минутную серию. Пожалуйста, Рубин, скажи, что ты там. Рубин! Рубинушка, где ты? Так, ребята, баталия или побег? Побег. А я думаю, баталия. У тебя нож есть, дурак. Опа, мамушка, матрешечка. Фига ты паркурист. Да как так-то? Я же вернулся.
Не по закону, ребята. Я бы тоже хрюкнул. Что ж ты, это чуть трубу на него. О, ребят, я ох. Слава тебе, Господи. Да блин, мышка просто неудобно как-то. Вообще. Ты могла бы пойти со мной, что? Ребята, ребята, я не девушка. Пошла с тобой, да блин, вы чё, ребята? Ты сама его сделаешь? Ты дур, что ли? Ты вообще понимаешь, что я мужчина? Сейчас сломаюсь, Вадим. Каменный меч? Ты чё, вообще что? Так ладно. Я все молчу, ребята, молчу. Да реально, видео получится долгим, но... Все же. Интересно же ведь? Интересно. Йоу-йоу. Ну меч бери, дурак. Давай сражаться.
я бы пошел в игру. Так, не прыгай в воду. О, как это эпично, ребята. О. Что? Это все? О, боже мой. А, Машка. О, крипер. Кулятина! Нет! Нет! А, все живо? Нет! Я тебя ненавижу! Лучше бы свою жизнь говно отдал! Ладно, я, наверное, закончу видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем встреч. Пока. Увидимся.